Не забывайте поставить лайк на видео, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем привет, дорогие друзья! Готовим запеченный перец с начинкой. Для начала хлеб намочим в воде, чтобы набухло. Наливаем обычную воду. А у перцев срезаем крышечки и удаляем сердцевины и семена. Размягший хлеб отожмем. И смешаем фаршем. Добавляем куркуму. Хлопья паприки. Черный перец, у меня лимонный черный перец, одно яйцо и половина лука. Добавляем соль и перемешаем. Нарезаем зелень петрушку, стеблики тоже. И зеленый лук. Добавляем кукурузу. Добавляем немного воды. Все, фарш готов. Теперь начиняем перцы. Дорогие друзья, мясо у нас жирное, поэтому я масла не добавляла. Лук немного обжарили, не даем румяниться. Добавляем куркуму. И протертый томат, помидор. Добавляем соль. Сушеный базилик. И стакан воды. Включаем. Все, соус готов.
На каждый кладем немного сыра. Отправляем в духовку, разогретый, на 180 градусов на час.